Ой, мамочки, я один-то прошел. Он с двумя баллонами стоит, нажигает. Так, этих-то мы сейчас точно всех задавим. 115, обалдеть. Бенчик. Здорово всем. Друзья, сегодня я хочу затестить поджигателя. Глянем, на что он способен. Только один поджигатель. Флеймер. И все. И больше никого. Один на один. Один я. Один противник. И куча зомби. И один поджигатель. И все. Так. Короче, какой план? Будем ставить их. Сейчас накопим на первого. И поставим максимально в уголок. Бенчик вот сюда. И второго. Вообще, будем их всех располагать по углам. Они наносят, по-моему, в районе 10 урона. Каждый, если он поджигает... Ой, мамочки, я один-то прошел. Короче, у меня минус 4 хп уже. Я сейчас на второго не успею накопить. И самое-то тяжелое, когда побегут шустрые, когда побегут невидимые. Как мы, кем их будем ловить-то, я вообще не знаю. Потому что он их не видит. Как вот их ловить будут, я даже без понятия. Но я думаю, хотя бы волн, не знаю, 10 мы сможем, не сможем продержаться, а? Ой, мы, мамочки, мы уже двоих пропустили. 750, готово, готово. Так, ну что, куда его воткнем? А давайте воткнем вот сюда. А, мы даже, наверное, первого босса-то. Точно, нам даже, наверное, на седьмой волне будет очень тяжело. Не знаю, я, если честно, ни разу не пробовал. Просто хочу поприкалываться, глянуть, на что способен поджигатель. Он с двумя баллонами стоит, нажигает. Огонек-то огонек. Вот они хорошо горят. Спиди шустрые, ну ладно, мы их успели подожгли. А то бывает, они быстро пробегают. Самое главное, мне интересно, как я буду Хайденов убивать теперь. И босса. Вот этих, с этими-то мы справимся, слово, немедленно идут. Давайте глянем, что там у соседа вообще происходит. Сосед, как дела у тебя? Ага, у них джипы. У них, говорю по привычке, у него. И ферма третьего уровня. Ферма и джипы стандартная. Это классика. Так, ну чё? Этих-то мы сейчас расправимся. Какая у нас волна-то идет? Шестая. Вот что я буду делать после седьмой волны, я не знаю. Так, ну чё, вот сюда еще одного поставим. И вот сюда. Нет, вот сюда сейчас следующего. Будем все углы закрывать. Раз угол, два угол, три угол, четыре, пять. Потом поставим шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Максимум 11 я смогу поставить. Тут смысла нету. Потому что они вот так идут. Нужно закрывать, чтобы хотя бы две дорожки закрывало. То есть вот здесь закрывает вот раз, дорожка, два, дорожка. Здесь тоже закрывает угол. Раз, два, три, четыре. Ну чё, босс, ну боссом, если он по 10 снимает... Ой, мамочки, это сколько надо их? 18 штук, что ли? Если только он единственное босса два раза поджигает. Не, это будет просто unreal. Так, ну чё, 750, ставим еще одного. Давайте вот сюда... Оп, готов. Так, этих-то мы сейчас точно всех задавим. Но больше всего меня босс смущает. С боссом, мне кажется, будет хана. Ну вот, я не знаю, восьмую волну смогу, а нет, затащить. Мне кажется, уже нет. Это будет просто нереально. Так, 550. Единственное, только может попробовать. Он там его, если апаешь, он не намного-то сильнее становится. Вот это не знаю, не знаю. Максимум у него 3 будет повреждения на 5 уровне. Так, так, так. Ну что, вот сюда втыкаем еще. 100 еще осталось. 100, 100, 100. Быстренько, быстренько, быстренько. Успеет? Нет. Вот он, босс пошел. 180 жизней. Вот его будет очень тяжело поджечь. Точнее, его поджечь, что мы его подожгем. Но вот... Добить его будет очень тяжело. Единственное, что можно ему попробовать снять... Да, действительно, можно ему попробовать сотню снять, чтобы он до туда дошел, но не полные у него жизни остались. Надо, чтобы хотя бы 91 у него хп максимум остался, тогда у меня останется единичка. Наверное, как-то так. Так, ну что, ставим еще одного. Какого уже? Пятого, да? Так, давайте пятого вот сюда, вот так. Сколько жизни у него? Мамочки, 180. 160 осталось из 180. Он успел его поджечь. А, вот смотрите, он его поджигает, а он все равно дальше идет, а этот его не поджигает. А, вот это печально. Тогда, получается, нужно было максимально их лучше подальше ставить. Вот этого надо было вот сюда
Потому что сейчас этот его подождет, этот будет просто так стоять. Ну, не знаю, не знаю. Хватит, нет. Единственное, что вот сейчас вот этих еще зомбаков мы можем нажарить. С них упадет нам опыт. Ой, упадет денежка. Вот-вот-вот денежка. И ставим подальше вот сюда. Так, сколько у него осталось? 130. Капец, а он уже практически всех прошел. Так, вот сюда поставим. И невидимых мы не видим, да? Да, невидимых мы не видим. Это печально. Еще и невидимые, короче, все проскочат. Ва-а-а! Грусть, печаль. Единственное, что мы можем попробовать их поджечь. Сплэш, это же не сплэш урон, они так не подожгутся. Или поджигаются. Не-не, они вроде поджигаются, когда да. То есть, когда он стреляет по видимым, кого мы видим. А вот сейчас, кстати, еще нужно так подгадать, чтобы постараться вместе с боссом. Когда босс пойдет, поджечь босса и вот этих вот. 115, обалдеть. Не-не, все хана. 11 волна, ну вот до 12, может быть, я максимум доживу. Ну и то, как говорится, это не точно. Ну и что у него жизни? Ой, мамочки, стой. И сейчас эти все добегут, да? Да, сейчас эти все добегут. Ладно, это что получается? 60. А, 30. А у него 100. Обалдеть. Не, все, хана. Так, 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 так. Быстрее, быстро, 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 быстро. Вот сюда хлобысь. Так, еще одного успеем. Нету туда в самом конце бы поставить. Давай, да. О, а тут еще и два босса идет. Обалдеть. 12-я волна, короче, там максимум. Сколько у меня там? 48, да, осталось? И все, 90, еще максимум у меня будет сейчас 80 и 70. Не, все, 12-я волна, короче, пиромантами можно продержаться, по крайней мере, я продержался максимум. Максимум продержался, получается, до 12-й волны. До 13-й. Ну и 13-й не успел, не затащил. Все, он дошел. И жизни... Так, у меня 48. Если бы еще, в принципе, Хайдены тогда не прошли, было бы прикольно. Все. Получается, пиромант способен примерно максимум до 13-й волны дожить. Но все равно, зато я затестил, было прикольно. Было коротко, но ясно. Все, спасибо за просмотр, друзья. Увидимся на просторах Роблокса.